бачу рятунку. Це ще стало, пані Адамі? Комісарше в замку. Розумію. Прошу за мною. Пане ординатор Штавану, я отсюда очікую. Матко Боска. Отче, стігаю мені. Це буде пільне прикази за границі ясновельможної пані Марії Ружі. Розумім. Прошу мій помоць. Розумім. Помоги пану. Прошу, прошу мій помоць. Прошу. Ой. О, матко. Говори быстро. Не разумеем. Ту есть святыня. Нех пан боище Бога. Люди видели. Он бежал в эту сторону. Я не разумею по-российску. Значит, не хочешь сотрудничать. Хорошо. Ну что там? Да нет тут никого. А у вас что, нашли? Тоже ничего. Внимательно смотрите. Ты еще об этом пожалеешь, гнида поповская. Машину его! Есть! Уходим! Кажись, кирпич упал. Короче, если до утра продержишься, то ты в команде. Давай, Димон, не стесняйся. Осталось 16150. Чего 16 тысяч? Секунд до утра. Ты тут не умничай, иди сюда. Сюда? Да, сюда.
Давай, прям туда. Давай, давай, не боись. Мы все через это прошли. Молодец. Нафига нам сдался этот ботан? Он железо рубит, а ты нет. За помощью сбегаем. Пошли. Ну что тут у нас, Димчук? Паспорт. Старый. Еще польский. Угу. Адам Вербицкий, 1897 года рождения. Новогрудское воеводство. Это какой Вербицкий? Из Савичи или Стародорожский? Стариков спросить. Это тот, который в Польшу сбег. Куда он сбег? Вон лежит! Представляете, темнотища, тишина, сижу в могиле. Еще этот труп. Так сижу, не дышу, так еще этот свет, шаги. Все, думаю, привет, готов. С ума сошел. Да еще эти призраки стали мерещиться. Пацаны, тут реально что-то нечисто. Труп, саквояж, призраки. Здравствуйте, а где дети? Да вон, мелюзга с головой не дружит. Привет, ребят. Мы не ребят, мы рокетманки, реактивные обезьяны. Привет, манки. Меня зовут Ирина Михайловна, я научный сотрудник музея. Нам сообщили, вы что-то нашли. Да, эта сумка валялась в подвале. Мы пробовали открыть замок, но он заржавел. Ну тогда это лучше сделать в лаборатории. Не-не-не, подождите. Это моя находка. Я всю ночь с скелетом в подвале просидел. И, кстати, 25% по закону. Ну, вдруг там золото или алмазы. Или банка варенья. Давайте сначала убедимся, что вот этот копали, потом будем разбираться с законом. Я права? В общем, да. Тогда поехали со мной, выясним. 25% ты классно сказал. Нам деньги нужны. Ты это специально делаешь? Хочешь себе шею сломать? Ну, если ты не берешь меня с собой на свои раскопки, я же должна как-то тренироваться. Ну, пойми ты, спуск в тоннель – это не воскресная прогулка. Там очень темно и опасно. Стенам по 300 лет. В любой момент могут рухнуть прямо на голову. Одно неверное движение. Да, Вербицкий, слушаю. Когда? Сейчас буду. Меня срочно вызывают, буду вечером. Даша, ты меня слышишь?
Суп в холодильнике? Нет. При спуске не забывай фиксировать канат. Счетная машина, изготовленная Евно Якобсоном. Это по-немецки. Ага. Я думал, тут сокровище, тут железя какая-то. Пошли отсюда! Подожди, сфоткаю. Смотрите, здесь герб Радивилов. Выходит, она была сделана на заказ. Надо проверить по каталогу. Да, что-то знакомое. Мне кажется, если удастся установить возраст... Ирина Михайловна, почему здесь посторонний? В смысле? Я же просил вас ничего без меня не трогать. Вот какая-то старая счетная машинка. Возраст мы пока не установили. А нашли, в общем-то, вот эти ребята. Что ж, разберемся. Простите, ребята, что я вас так встретил. Я же не знал. В общем-то, вы молодцы. А этим я сам займусь. Что ж, продолжайте. Пойдемте, ребята, я вас провожу. Ирина Михайловна, а кто такой деловой тут был, а? Анатолий Григорьевич? Ну? Он начальник отдела. Кстати, в том подвале были останки его деда, который когда-то служил здесь управляющим. Нифига себе. Тогда понятно. Плакали наши проценты. Но могу вас обрадовать. Когда вашу находку выставят в экспозицию, мы можем прикрепить туда табличку с вашими именами. Огромное вам спасибо. Не за что. Выход там. До свидания. Спасибо. До свидания. Я-то подумал, все проблемы решены, а тут зато табличку повесят. Ага, здесь был Вася. Сдохнуть можно. Придется велик продавать. Родаки убьют. Велика мало будет. У нас мама все на квартиру уходит. Вот не понимаю, что это за лажа? Два отборочных пробили. И что, теперь из-за этой фигни в лужу сесть? Это не фигня, а вступительный взнос. Без него на турнире профессионалов делать нечего. Третье правило геймера. Чтобы что-то получить, нужно что-то оставить взамен. Слушай, умник, давай попонятней. Смотрите, что я нашел в подвале. Сейчас. Смотри-ка. Пацаны, она золотая. Да мы 100 пудов на турнире. Надо найти человека, который в этом разбирается. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. Сколько может стоить эта золотая монета? Золотая? Ну, ребят, это не золотая монета. Это какой-то медно-никелевый сплав. В любом случае, у меня нету реактивов, поэтому можете оставить и завтра подойдете. Еще чего? Это наша монета. Да, ваша, ради бога. Только это совсем не монета, это какой-то медальон символический рода Радивиллов. Да, и герб как-то неправильно изображен. Смотрите, голова орла смотрит в другую сторону. И охотничьи трубы. Что это значит? Не знаю, может быть, глупая шутка или грубая подделка. В любом случае, назвать вам стоимость этой штуки я не могу. Пацаны, халява не катит. Придется велик продавать. Спасибо. До свидания. До свидания. Подожди. Видишь? Привет. Что делаешь? Ой, это у тебя что, дай примерить. Отдай. Не. Это мое. Ну, ладно, ладно. А чего у тебя лампочка на шлеме? Разве в горы по ночам ходят? Да дурак ты. Это шлем спелеолога. А ты что, под землю собралась? Не твое дело. Чего ты такая злая? Не с той ноги встала? Да не хочет меня папа брать на раскопки. Подумаешь, беда. Кстати, слышала, обезьяны в подземелье провалились. А где? В развалинах костела. И что с ними? Что с этими ламерами будет? Шороху навели, МЧС, милиция. Как они там вообще оказались? Они постоянно во что-то впутываются. Вон на днях клубное железо спалили. Теперь им турнира как своих ушей не видать. Хорошо, что я от них вовремя свалил. А неделю назад вы с ними были не разлей вода. И что? Неудачников надо сливать, как заразу. Вот теперь у меня классная команда. Мы с ними скоро на отборочное махнем.
Ну ты вали отсюда тогда на свой турнир. Почему я должен разглядывать эти бумажки, а не настоящую находку? Я тебя уволю к чертовой матери. Откуда я могла знать, что она вас заинтересует? Тем более, что Вербицкий ее сразу забрал. Не-не-не, а тебя не насторожил тот факт, что покойный управляющий скрывался в подземелье не с какими-нибудь ценностями, а с этой счетной машинкой? Но Вербицкий мой начальник. А я здесь за все плачу. Хочу первым видеть все, что вы тут раскопаете. А твой Вербицкий пусть занимается своими гобеленами, а не сует нос куда не надо. Хорошо, он считает, что старая машинка – это ключ к подземному хранилищу. А? Что еще он считает? Понятия не имею. Видела только у него старые чертежи замковых сооружений. Так, значит, не бросил свое кладоискательство. Ну что ж, придется вентиль ему перекрыть. Дверь за собой закрой! Так. На. Я свободна? Нет, подожди. Это его диссертация. Передай ему, я считаю, материал еще сырым. Пусть дорабатывает. И вот еще что. Я хочу знать все, что он накопает по этой счетной машинке, поняла? Предлагайте мне за ним шпионить. Не шпионить, а принять участие в научном исследовании. Кстати, за неплохой грант. Вы же меня уволить собирались. Пошутил. С этим все ясно. Держи документы. Значит, как ты понял, с бумагами проблем не будет. Так что определяйся с местом захоронения. Спасибо. Спасибо, Максимыч. Да, для хорошего человека. Толь, послушай, есть еще одно дело. Думаю, по твоему профилю. Пару минут найдешь? Конечно. Давай зайдем к экспертам. Угу. Вот смотри. Эту штуку изъяли у одного местного любителя керамики. Подержи, Толь. При задержании пару вещей повредилось. Смотри, что внутри. Ловкачи хитро придумали. Кубок интересный. Где-то век 17-й. Как думаешь, из нашего музея? Сразу не скажу, проверять надо. Но вещь ценная, вполне может быть музейная. Из коллекции. Привет, мама. Привет. Слушай, не успела с обедом, посмотри там в холодильнике. Как дела в лавке? Как обычно. Покупателей много? Да самый сезон. Когда сдашь экзамены, будешь получать хорошую зарплату, и мы сможем вернуть кредит за квартиру. А если не сдам? Придется обратно к бабушке возвращаться. Я ни черта не понимаю в этой программе. Первое правило геймера. Выживай только сильные духом. Смотри, все подсказки в окнах. Ну, у тебя? Что сегодня особенного? Да ничего. Ну, я учил говорить тебе правду. Утром тебя не было в комнате. Ну, куда ты сбежал ночью? Я тебе все объясню. Да, у нас в команде есть такой ритуал. Скажи, пожалуйста, за что ты меня так не любишь, что заставляешь волноваться? Мама, тебя очень люблю. Хочешь, могу посуду помыть, и днем могу помочь тебе в лавке, чтобы у тебя было больше времени подготовиться к экзамену. Да это все ерунда. Если я много работаю, должна быть уверена, что с тобой ничего не случилось. Но я так много прошу. Нет. Ну, береги себя. Ты единственный мужчина в доме. Постараюсь. Кстати, меня приняли в команду Rocket Monkey. Ну, лучшие геймеры в городе. Ну, я не сомневалась. Жаль только, что ты математику забросил. Чуваки, я все узнал. Та штука, которую мы нашли в костеле, это первая счетная машина во всей Восточной Европе. Абах называется. Реально древняя, середина 18 века. Ее изобрел Евгений Капсон для нужд князя Михаила Радивила. Похожая штука хранится в музее Петербурга. Обалдеть. Первый в мире комп. Это доисторическое железо реально денег стоит. О чем ты думаешь? Перед нами целый мир открывается. Конь, ты загнул. Да нет, реально, вот читаю. Колледж Оксфорда объявляет международный конкурс. Возраст 11-15 лет. Оригинальная работа по физике или математике. Можно реферат, монографию, куча всяких призов и премий. Плюс грант на бесплатное обучение в колледже. Ну, а мы тут каким боком? Объясняю для особо одаренных. Тот абак, который мы нашли в костеле, отличается от абака, который находится в музее Петербурга. Я сравнил фото. Наш модернизирован. Если учесть, что механизм еще никто не исследовал, то у нас есть шанс с первооткрывателем. Мы поймем принцип его действия, снабдим математическими расчетами и рефератом, и приз у нас в кармане. Насчет премии я согласен, а мозги сушить не хочу.
Пятое правило геймера. Легкая победа не приносит радости. Это все, конечно, хорошо, только эта машинка не у нас, а в замке. У меня есть идея. Ну, допустим, музейные клянут на всю эту лапшу с бумагами и рефератом. Но боюсь, что они не дадут нам разобрать этот старый комп. Пожертвуем совестью ради науки. А это как? Смотрите, я вчера полночи искал и кое-что нашел. Видишь эту деталь с пружиной? Ага. Если выставишь шкалу деления на максимум и одновременно выполнить действие сложения и вычитания, то пружина сорвется и механизм зависнет. Сломаем, что ли? Громко сказано, но для того, чтобы его отремонтировать, механизм нужно будет разбирать. Это понятно. Но вряд ли нам даже его подержать дадут. Привет, мартышки. Я слышал, вы тут новый квест забили. Скелеты собираете по ночам. А что это у вас? Бабушкин будильник? Я бы таким лузерам, как вы, даже будильник бы не доверил. Слишком сложная техника. А ты с нас вообще в конец оборзел? Думал, мы не узнаем, кто нам в клубе железо запорол? Тише. Пацаны, я тут ни при чем. У тебя что сказали? Нас за километр обходить. Я вообще-то на награду рассчитывал за хорошую информацию. Короче, вас отец Дашки Вербицкой ищет. Наверное, хочет отблагодарить за то, что вы скелет его деда нашли. Может, на айфон раскошелится. И везде здесь. А может, на пакет жвачки. Тихо ты. А кто отец Дашки? Я слышал, он в замке работает. Пацаны, походу, это тот мужик, который нашу находку забрал. Ну, понятно. Так, Дашки, про Оксфорд вообще ни слова. Хорошо. Окей. Смотрите, как круто. Покажи. Ничего себе. Настоящая? Настоящая. Я эту саблю откопал возле монастыря, что на Советской, знаете? Конечно. Да. Присаживайтесь, мы сейчас с вами чайку организуем. Ваши годы я тут все развалины облазил, но никогда бы не подумал, что там и мой дед лежит. Вы огромное дело сделали для нашей семьи. Спасибо вам, ребят. 22, 23, 24, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. Да. Пап, ты что, очумел? Какие такие важные гости? Я тренируюсь. Ладно, сейчас поднимусь. А дед мой служил управляющим у князя Леопольда Радзивилла. Он пропал в тот день, когда в город вошли части Красной Армии в 39-м. Бабушка рассказывала, что дед должен был выполнить поручение князя, отправить какую-то посылку старой княгине Марии Розе в Испанию. Но как ушел тогда вечером, больше она его и не видела. Одни говорили, сбежал за границу, другие, что его расстреляли в НКВД. Получается, этой посылкой был Абак, который мы нашли в подвале. Выходит, что так? Этот Абак напрямую связан с семейной тайной рода Радзивиллов, которую они старались сохранить. Что за дела, пап? Эти мартышки и есть твои важные гости? Даш, ты как со своими приятелями разговариваешь? А это вы ему сказали про приятелей? Ну, лапшисты. А ты знаешь, моя дорогая, что благодаря этим лапшистам, как ты говоришь, будет восстановлено честное имя твоего прадеда? А каким образом? А я продолжу про Абак, и ты поймешь. Так вот, по архивным документам известно, что еще при Михаиле Радзивилле был построен подземный тоннель с тайными ходами и секретным хранилищем для княжеских богатств. А вход в это хранилище как раз и был зашифрован с помощью Абака. Твой прадед знал эту тайну, но унес ее с собой в могилу. Но после его исчезновения многие стали приписывать ему пропажу фамильных сокровищ Радзивиллов. Теперь ты понимаешь? Так вы теперь что-то типа героев? Ну да. Да расслабьтесь, обезьянки. Даша, накрывай на стол. Будем пить чай. Извините, так получается, что теперь с помощью Абака вы сможете вскрыть это хранилище? Ну, не все так просто. Сначала к нему нужно прийти. Ну да. Ключом к разгадке служит один старинный документ, что-то вроде завещания Михаила Радзивилла. Его оригинал хранится у нас в музее. Я сделал его перевод. Так вот, в переводе на современный язык получается полная абракадабра. Вот если удастся расшифровать этот ребус, проход хранилища будет найден. Я могу посоветовать вам программу «Дешифратор». Она ускорит процесс. Я об этом не подумал.
А еще можете, пожалуйста, показать Абак? Хотелось бы понять принцип его работы. Хорошо, я вам его покажу. Только он пока не в рабочем состоянии. Здесь необходимы специальные ключи. Я уже заказал в нашей мастерской. Когда будут готовы, приходите в любое время. Только руками не трогать. Извините, Анатолий Григорьевич, я, конечно, не верю в призраков, но когда сидел в подвале, слышал и разговор за стеной, и свет видел. Да это глюки. Сам ты глюк. Они еще ругались про какие-то ориентиры. Про ориентиры? В говорящих призраков я тоже не верю. А вот черные копатели могли оказаться. Их надо опередить. Чай готов? Извините, ребята, мне надо позвонить. Даша, будь хозяйкой. Принимай гостей. Кто с вареньем, кто с сахаром? Я с вареньем. Алло. Максимыч, у меня к тебе серьезный разговор. А твой батя классный мужик. Да не волнуйся. Димка, если что, разберется с этим старым компом. Как нифиг нафиг. Вы только не радуйтесь так сильно. Никаких сокровищ не существует. Стоп, в смысле? Нас не интересуют никакие сокровища. Нас интересуют... А я тебе так и поверила, да? Не интересует его. Да ты как услышал про тайник, сразу глаза и выпучил. Дешифратор нашелся. Забудьте. Выход знаете где. Я же говорю, что она чокнутая. Да папаша у меня все-таки странный. Тысячу лет уже сокровища ищут. А ты ей чуть про Оксфорд не рассказал. Она бы тебя придушила. Ребят, простите, мы косим. А мама твоя где? Она с нами не живет. А есть еще кто-нибудь, кто может о тебе позаботиться? Я сама о себе позабочусь. Врач сказал, что отец скоро поправится. Конечно. Только, к сожалению, он нам пока ничем помочь не может. Я могу задать тебе несколько вопросов? Скажи, ты сама кого-нибудь видела? Нет. А может быть, из комнаты пропали какие-то ценные вещи? Посмотри внимательно. Бумаги на столе были. Он расчеты делал. Что-то по работе? Да, он ученый-историк. Да, я в курсе. Он пытался разгадать тайну лабиринта под замком. Угу. И как думаешь, кому эти бумаги могли понадобиться? Не знаю. Черным копателям? Ну, что у нас там с этим Абаком? Я посмотрела в его кабинете, похоже, Вербицкий его домой забрал. Придется ждать, пока он выйдет из больницы. Некогда нам ждать. Коллеги, внимание! Наше мероприятие международное, поэтому оно должно пройти на высоком уровне. Я слышал, есть предложение внести некоторую изюминку в план проведения фестиваля. Да, объединение исторических клубов предлагает провести реконструкцию штурма замка крестоносцами. Рыцарский турнир, средневековую кухню, песни, танцы. В общем, создать соответствующую атмосферу. Очень хорошо. Я думаю, нашим гостям это понравится. Thank you.
тренироваться. Только в клубе железо не починить, туда нельзя. Блин, надо деньги искать. Есть у меня одна идея. Можно из той монеты, которую Динка в подвале нашел, оттисков наделать. Ну, чтобы его мама в лавке своей их продавала. Поднимемся как-нибудь. Мать к экзаменам готовится. Да и незаконно все это. Может, на какие-нибудь сезонные работы устроиться? Ребята, мне ваша помощь нужна. Обалдеть, нас просит помощи сама Дашка Вербицкая. Так сказать, Дашка Вербицкая в студии, да? Дашка хочет просто добавить нас в друзья. Все сказали? Да, все. Сегодня ночью на моего отца напали бандиты. И они украли перевод завещания с его расчетами. Обалдеть. Что с отцом? Отец сейчас в больнице. А нам нужно во что бы то ни стало отыскать Тони Крадивилов. И сделать это прежде, чем до него доберутся черные копатели. Подожди, подожди, подожди. Ты сама говорила, что сокровищ не существует. Я соврала. Так говорила моя мама. Она и папу бросила из этих сокровищ. Говорила, что у него какая-то слишком навязчивая идея. Почему ты сразу в милицию не обратилась? Ты совсем глупый, да? Следователь не будет разгадывать никаких ребусов, считать на старом арифмометре и шарить по тоннелям. Нам надо поторопиться. Отец не переживет, если дело всей его жизни погибнет. Надо опередить черных копателей как можно быстрее. Ну, это все понятно. Такая вот ситуация неудобная. Я в деревню уезжаю. А мне мать путевку в лагерь купила. Ну, не отвертишься. У нас же турнир на носу. Но ходит, что ничего не получится. Жаль. А я дала вам шанс доказать, что вы хоть что-то стоите. А вы сразу струсили, да? Штаны наложили? Ты за словами следи, а не то даже не посмотрим, что девчонка. А я знаю, почему вы ничего не можете добиться. Да никакая вы не команда. А трусливые и нерешительные слабаки. Компьютеры в клубе запороли. Друга вон в яме бросили. Да вы только болтать и можете. Слушай, ты, звезда Ютуба, а? Раз мы такие плохие, зачем мы тебе сдались? А вы мне не нужны. Я сама справлюсь. Вот только если Димка поможет с дешифратором. А здесь не Димка решает. А кто? Ты? Или, может быть, ты мне скажешь, что ты здесь что-то решаешь? Мы команда. Да они тебя взяли в свою команду, только чтобы ты им компьютеры восстановил. А ты что, хочешь с ним гербарий собирать? Стоп. Второе правило геймера. В игре все равны. Что еще, а? Посовещаться надо, дубина. Посовещайтесь. Только я знаю, как решить ваши проблемы. Если я продам свой скутер, то вам должно хватить наступительный взнос. Погоди минутку. А монета? По-моему, лучше с монетой. Забудь про монету. Короче, мы тут с пацанами поговорили. Мне надо тебе скутер продавать. Когда начинаем? Сейчас. Нужен абак, завещание и карта. Видимо, грабители искали именно это. Но отец спрятал арифмометр в нашем домашнем тайнике, и у них ничего не вышло. Я это место с детства помню. Ну так что? Остается добыть только завещание? Оно в замке, в экспозиции. Погнали в замок. Вперед. Слушай, хомяк, а что они такие все страшные на картинах? Потому что это старинные картины. Ты хочешь сказать, раньше все такие страшные были? Нет, просто художники их такими представляли. Ребята, вы сюда поглазеть пришли или по делу? Даша, слушай, может, у отца хоть какие-то зацепки сохранились? Я искала. Они украли даже отцовские черновики. Так что нам придется все поиски и расчеты начинать заново. Давайте быстрее. Вот этот ребус. У никого лупы нету? Просто не видно ничего. Duo triton lapidem circum dapit. Что? А может быть, тут кто-то латинский знает? Гугл, дайте сфоткаю. Дашенька, милая, здравствуй. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Что ты здесь делаешь? Да я так просто тут небольшую экскурсию провожу для друзей. Ужас какой, что с твоим папой случилось. Я тебе так сочувствую. Я хотела к нему в больницу заехать, но, говорят, не пускают. Ты как? Кто за тобой смотрит? Ну, я же не маленькая уже. Как ты сама справляешься? Здравствуйте, Ирина Михайловна. До свидания, Ирина Михайловна. Там есть твои друзья?
Ирина Михайловна, мне уже пора, я побегу, ладно? До свидания. До свидания. Вот так это будет выглядеть в переводе. От донжона в полдень 3 часа, тритона 2 в круг камень обвивают, Ксенс разделяет их, путь к браме указуя, где прыжок саламандра стремится к дубу. Бред какой-то. А ты что, хотел, чтобы тебе сразу координаты GPS выдало? Так, давайте рассуждать логически. Донжон — это главная башня замка. Но 16 века его уже 100 раз перестраивали, и поэтому осталась только одна старая башня у ворот. Вон она. Да, пойдемте. Пойдем. Как люди раньше жили без лифта, не представляю. Ну, что мы тут нового увидели-то, а? Ну, озеро, город, замок. Стоило карабкаться? Серьезно? Что там в ребусе? От донжона в полдень 3 часа, тритона 2 в круг камень обвивают. Ксенс разделяет их... Хватит. У меня только 2 варианта. Либо в 2 часа должно что-то произойти, либо на 3 часа это направление. Ерунда все твои варианты. Это писали 300 лет тому назад. Что сегодня в 3 часа произойдет? Тем более как? Полдень в 3 часа. Может, перевод корявый. Да ладно, подождем уже 5 минут. Ну, давай. Ну что тут, а? А ну стой! Бежим! Стоять, я сказал! Давай! А ну стоять! Стой, я сказал! А ну стой! Ребят, помогите! Боком повернись! Живот в тени! Хомяк! Хомяк! Давай! Тропа! Еще раз увижу! Кажется, смылись. Я за гвоздь зацепился, куртку порвал. Что дома сказать? Из-за тебя нас чуть не поймали. Пингвин отмороженный. Да столько комплекта, надо дома сидеть. А, Леня, а вы не верите, что что-то случится в 3 часа? Случилось? 3 часа ровно. Пришел сторож и всех разогнал. Ха, глядите, он еще и смеется, придурок. Я пойду умоюсь. Давай. Ребят, я кое-что понял. Что там еще? Я знаю, откуда нам надо начинать наши поиски. Это наш замок. Даш, как там в завещании? 2 тритона вокруг камня? Да. 3 тона обозначают воду, они в ней живут. Если у меня была 2 попаданий? Продолжаю. Камень все времена обозначал строение, здание, дом. А крепостной ров все время заполнялся водой из озера. Камень в окружении воды – это наш замок. Я сразу этот камень одним местом почувствовал. Не зря, получается, мы в башню залазили. Получается, да. Ребят, я совсем забыла. Мне же к отцу в больницу надо. Я пойду, ладно? Давайте встретимся вечером у меня, хорошо? Я тебя провожу. Пошли, пошли. Да пошли. Иду. Вы только не расстраивайтесь, милая барышня. Состояние вашего папы стабильное, с хорошим прогнозом. А то, что посещения к нему запрещены, то этого требует лечения. Он сейчас находится в состоянии искусственного сна. Вы можете побыть с ним, но только недолго. За границу большую партию предметов, имеющих историческую ценность. Все они были добыты незаконно и тщательно маскировались мошенниками под глиняные изделия. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Вот, с виду обычная ваза, но вот посмотрите, на какие уловки идут преступники. В попытке вывести за пределы страны предметы... Подержите, пожалуйста. Являющиеся национальным достоянием. О, Лень, вот. Лень, что делается? Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией по данному делу. Вы можете помочь следствию, позвонив по телефону доверия. Перед вами костел Наисвятейшего Божьего Тела. Был построен в конце 16 века, являлся святыней для 7 радивилов и для каждого верующего человека. Вопрос. Продолжим нашу экскурсию. За мной. Из замка к костелу через мост только одна дорога ведет. То, что надо. Осталось найти священника, который укажет путь к вратам. Я вот что думаю. Может, зря мы воспринимаем это завещание так дословно. А ты не парься. 300 лет назад все были тупые и безграмотные. Может.
Давай у него спросим. Здравствуйте. Добрый. А вы не подскажете, как пройти к вратам? До врат королевства Пана Бога каждый идет своей дорогой. Там еще дубы растут. Дубы? Какие дубы? Старинные, столетние такие. Ага. Может, вы шукаете Слуцкую браму? О, точно. Да. Как мы сразу не догадались? Спасибо. Спасибо. До свидания. Але там нема никаких дубов. 16 век, а выглядит как новенькая. Все дубы давно спилили. Даже пней не видно. Смотри направо, я налево. Да не найдем мы здесь никаких саламандр. Даже ящериц нет. Мне кажется, что саламандр — это что-то типа символа или легенды. Смотри. Сейчас. Да, вот. Саламандр — духи огня. Тебе что, по кайфу все эти вампирские саги? Да не очень. А меня реально тошнит. Ну ладно, пошли отсюда. Ничего мы здесь больше не найдем. Восьмое правило геймера. Отсутствие результата тоже результат. Если бы не наши планы, фиг бы я Дашке начал помогать. Что ты на нее так взъелся? Я не взъелся. Просто не люблю, когда девчонки командуют. И все. Или ты как Юрка. Что Юрка? Юрка только делает вид, что ему на Дашку пофиг. А весь телефон ее фотками забит. А ты считаешь, что Дашка некрасивая? Слушай, ботан, если ты считаешь, что она тебя выбрала, то ты глубоко ошибаешься. Ты ей нужен только для того, чтобы найти тайник. Вот и все. Ребят, а вы уверены, что бандиты больше не вернутся? Если очкуешь, можешь влить домой. Я не могу домой. Я сказала, что буду у Димки ночевать. А я что, я у хомяка? Положи! А я у Юрки. Даш, что там завещание? Чаю хотите? Нет, спасибо. Ut porta monstrat vian salamander circus cumissa quergus. Ну и что получается? Вратам дорогу указуя, где саламандр прыжок стремится к дубу. Что такое тупой перевод? Ты сам тупой! Если не понимаешь, так не лезь! Иди шифратор установил, посмотрим, что он покажет. Стоп. С камнем и с тритонами мы кое-как разобрались, правильно? Дальше. Остается понять, что такое саламандра и дуб. Саламандр, дух огня, живет в вечном пламени. Откуда огонь, пламя? Прыжок огня. Что это может быть? А если огненный луч? Подождите, гиперболоид инженера Гарина, лазер! Ты дурак, что ли? Какой лазер? Это древний миф. Луч может быть, ну, не знаю, разве что только солнечным. Солнечным? А это идея. Солнечный луч укажет на дуб. Это уже на что-то похожее. Кто это? Вдруг бандиты? Надо выключить свет, чтобы подумали, что нас нет дома. Трус! А ты герой, да? С скелетом в яме сидел. Иди посмотри. Сиди. Я пойду проверю, может, соседи. Так, только тихо. Кто там? Это я, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Вот, решила тебя проведать. Думаю, как ты тут одна денёшенька? Может, голодная сидишь? А пойдёмте на кухню. Туда. Ага. Не боишься одна дома ночевать? Может, поехали ко мне, я тебе что-нибудь приготовлю? Да нет, я же не одна, я тут с друзьями. Это в холодильник. Ага. Так, ну тут ещё фрукты. Потом сама разберёшь. Спасибо вам большое. Папа выйдет из больницы, он вам за все заплатит. Ну что ты, мы же свои. Друг другу надо помогать. Да, мне сегодня принесли ключи из мастерской, которые твой папа заказывал. Это для одной старой находки. Ну, я думаю, пока он в больнице, я... Я ему передам. Подожди, я сначала хотела проверить. Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Я ничего не буду трогать. Но... Мне уже идти надо. Давайте я вас провожу. Эта машина тоже вчера у дома стояла. Я наклейку на стекле запомнил. Да и когда мы сюда шли, она была в переулке, точно. Вы что, хотите сказать, за нами следят? А если это черные копатели? Да ладно. Как же Ирина Михайловна? Она с ними заодно. Точно с ними заодно. Откуда черные копатели знают про запись твоего отца, а? Это элементарно, Ватсон. Хорошо, допустим, ты прав.
Но тогда она видела арифмометр и теперь знает, что он у нас. Ребята, они вернулись. Валить отсюда надо, пока они нас не передушили. Слушай, успокойся, а то тебя будут душить первым. Тебя надо душить. Успокойтесь вы. Никто нас не передушит. А вот проследить за нами и узнать некоторые наши отгадки, это запросто. Ну что будем делать, а? А я потом узнаю. Так, ладно. У меня есть одна идея. Утром попробуем, смотрите. Ну давай свои идеи. Даш, привет. А что у тебя там? Ты вообще куда? В кругосветное путешествие. Сегодня твой статус секретность? У меня статус отвали, а то наеду. Я поговорить хотел. Ты скучный. Я не понял, что она делать собралась? Давай за ней. Нас точно никто не найдет. Самое надежное – это спрятаться на самом видном месте. Ага, если враг не думает так же. Послушай, Хомченко, ты можешь о чем-нибудь веселом поговорить? Я что, вам клоун? И, кстати, надо найти рыцарские доспехи, чтобы замаскироваться. Ну и еды побольше взять. Смотрите, что я нашел. В некоторых скандинавских странах слово «дуб» обозначает дверь, проход. Как интересно, а? Слушайте, как это будет выглядеть, если саламандра – это солнечный луч, то луч проходит сквозь врата и указывает на вход в змеиную нору, то есть подземелье. Да ты у нас мозговитый, я смотрю. Слушайте дальше. Змея на зиму, собираясь, крутила лёс, то есть ход. И головой, накрывший хвост, дары укрыла древняя богиня. Ну, если речь идет про богатство, то древняя богиня – это, скорее всего, Деметра. Я понял. Стопудово эти сокровища под головой змеи. Так когда выходим, а? Нам повезет, если завтра будет чистый восход. Ну, вроде дождя не обещали, я погоду смотрела. Ну вот. И мне бы скутер куда-нибудь деть. Домой же нельзя. Так давай в мой сарай, там огородами пройдем. Может, будет хорошо. Эй, приду, не забудьте. Хорошо. Здравствуйте. Добрый. Хомченко Денисов Стасевич. Где найти? Это обезьяны, что ли? Ну да, рокетманки. Сам бы хотел узнать, где эти балбесы. Мало того, что взносы за 3 месяца не заплатили, так еще 2 компа мне запороли. Придется, видимо, самому к нам домой тащиться. А дома их нет, мы были. А может, кто из ваших пацанов с ними контачит? А вон за крайним столом сидит. Стасом зовут позвать? Нет, спасибо, мы сами. Здорово. Привет, а что происходит? Ты, говорят, с обезьянами крешешь? Это спам. Я с лохами не общаюсь. А что надо? Заработать хочешь? Ну, конечно. А можно поконкретней? Можно. Скажи мне, пожалуйста, кто у них в команде слабое звено? Да они там все лохи. Ну, а если подумать? Это матрица. Это матрица! 100% матрица!
Это фильм «Матрица», что ли? Чайник, ты какой фильм? «Матрица» — это математическая единица, понимаешь? 9 строк и 15 колонок. Ой, извини. Да, конечно, я слушаю. Ну, хорошо. Конечно, да. До свидания. Извини, мне там звонили. Да, конечно. Смотри, у каждой буквы есть свой порядковый номер. Типа А, Б, В, Г — это 1, 2, 3, 4. Теперь понимаешь? Не очень. Кто тебе звонил? А, неважно. А ну выбрось симку! Зачем? Я его просто отключу. Выбрось, я сказала, мы все так сделали. Нас отследить-то могут. Ну что, шпионы какие-то! 7-е правило геймера, не делай себе мишень! Да ты достал уже! Опять ругается хомяк. Есть хочет. Надеюсь, вас никто не видел. Хоть бы спасибо сказал. Вы тут как свои. Откуда такой прикид? Мой брат в историческом клубе. По уши в этой лабуде. Чего вы решили, что они прячутся где-то здесь? Я не говорила, что именно здесь. В любом случае, они где-то рядом с замком. Затеряться среди туристов — это самое логичное в их случае. И они не так глупы, как вы думаете. Значит так, вот ее фото. Передай парням, пусть ищет, а мне пора возвращаться. Чуть не опоздали! Говорил же, будильник пораньше поставить. Да успокойтесь вы! Мы вроде бы успели. Да не на солнце смотрите, а на тень. На верхнюю точку. Туда! Может, мы что-то неправильно расшифровали? Какая нафиг дверь под водой, а? А что, если раньше тут не было воды? Сколько времени прошло? Пару столетий? Точно. Ведь ее могло просто затопить. А я думаю, наоборот. Тайный ход на то он же и тайный. Чтоб его враги не нашли. Его специально затопили. Что-то слабо верится. А почему бы и нет? В фильмах про шпионов так часто делали. Ну, давай, хомяк. Что давай? Ныряй, твоя идея. Ты обалдел? Я плавать не умею. Вода, наверное, холодная еще. Мы что, полдня будем стоять ждать, пока она согреется, да? Что, слабо, салаги? А ты у нас тут самый крутой перец, да? Морж Северного флота. Покажи пример. Тоже мне команда. Нас в любую секунду могут выследить черные копатели, а вы тут дурачитесь, да? Дашка, погоди. Учитесь, салаги. Да выпендривается он все. Ничего он там не найдет. Это почему же? А потому что его послезавтра в деревню отправляют. И все лавры достанутся другим. Ах так? Тогда я сама проверю. Была не была. Смотри, не замерзни здесь. Это сплошной ил. И вода мутная. Что там? Дышай! Что такое, а? Осторожно, крокодил! Тьфу ты, бревно! Чего орешь? А что, пошутить нельзя? Чувствую, грот точно где-то здесь. Туннель ведет ровно в замок. Фу. Что у нас там? Развалины костела. А мы что, туда голые полезем? Ну, значит, надо подготовиться. Пластиковые мешки взять, фонарики, веревки. Еды побольше. А предкам что сказать? По старой схеме. Он у тебя-то у меня. Готовимся к турниру. Так, собираемся вечером у палатки. Ага, хорошо. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Привет. Ты что-то опоздаешь на экзамен? Я и не могу. Привезли столько товара.
Электричка через 20 минут, ты успеешь. Петрович не отпускает. Такой наплыв туристов. Ты 3 года училась. Ты сможешь его сдать. Ты хочешь, я могу поработать за прилавком. Ну, как же твой турнир? Ты же говорил, что это важно. Да черт с этим турниром, мам. Езжай на экзамен. Это хорошо, но ты еще совсем маленький. Я не маленький. Я тебя прикрою, и ты сдашь экзамен. Я прошел испытание рокетманки. Это что тогда значит? Да, но... У нас ничего не получится, если ты будешь зарабатывать так мало за этим прилавком. Пожалуйста. Спасибо, сын. Тамар, пригляди за Димкой, я после обеда вернусь. Да, хорошо. Здравствуйте. Здравствуй. А где папа? Да все нормально с вашим папой. Ваш папа пришел в себя и скоро поправится. Его сейчас повезли на томографию. Если хотите, можете подождать. А у меня еще дел много. Может, я ему записку оставлю? Пожалуйста. Вы серьезно думаете, что дети могут что-то найти? Не знаю, как найти. А вот ненужное внимание привлечь могут. Сегодня заходил следователь. Спрашивал, не знает ли, кто куда пропала дочка Вербицкого. Не хватало еще, чтобы весь город стал разыскивать этих пацанов. Я не для того столько лет пробивал разрешение на работы в замке, создавал этот дурацкий фонд, чтоб все пошло на смарку. Вон их палатка. Замечательно. Надеюсь, до ночи они никуда не смоются. И чтобы без шума. Я так понимаю, на сегодня вылазка отменяется? Выходит, что да. Где-то алгебра ходячая. Если он нас бросил, кто там арифмометр разбираться будет? Думаешь, я знаю. Явился, не запылился, смотрите-ка. Ребят, простите, пожалуйста. Можешь не извиняться. Придется из-за тебя здесь еще одну ночь комаров кормить. Мать экзамен провалила. И что? Смеется. Говорит, что до конца жизни будет в этом ларьке работать. А мне, кроме училища, ничего не светит. Только ультимость. Радужная перспектива. Ты, Димон, не боись. Сокровища найдем, тебе долю подкинем. Если скомары не съедят. Ладно, давайте уже паковаться. Берем только самое необходимое. Давай пакеты. Опять новое правило придумал. Дашку похищают! В смысле, кто? Ну что, черные копатели, что ли? Да, пошли скорее! Ты же стрёмно как-то. Пошли, я сказал! А хомяка куда? Он спит как сурок, ты его не разбудишь! Эх, ладно, давай. Так, тут жди, я за машиной. Не рыпайся, я сказал. Я кому сказал, не рыпайся? Что ты рыпайся? Что ты рыпайся? Сыра, что ты рыпайся? Лучше! Гады! Гаденыши! Дашка, дай. Ай, ну, прости, пожалуйста. Вот этого верзилу мы завалили эту точку. Ты был крут. Юрка, ты настоящий молодец. Ну, права не стоило, конечно. Да это он со страху. Со страху кое-кто спал в палатке. Я не спал, я палатку охранял. Нас выследили, надо сматываться и быстро. Thank you.
подождите! Мрачновато тут. И не жарко. Так, слушайте меня внимательно. Самое главное правило в лабиринте – держаться правой рукой за стену. Я пойду первый. Хомяк будет замыкать строй, а ты, Дашка, будешь считать наши шаги. А ты, Юрка, будешь простукивать стены. Я думаю, в них спрятан потайной лаз. Сейчас пойдем просто на разведку местности. А потом, когда соберемся получше, пойдем вглубь тоннеля, насколько это возможно. Почему ты первый рулишь? Давай ты. Он там порулит. Успокойтесь. Ты, Гена, не обижайся, но здесь правда лучше довериться Димке. Да мне пофиг, пусть идет первый. Ребят, подождите, я тут что-то нашел. Похоже, это цепь. Стой-то! Откуда я знаю? Как мы отсюда выберемся? Заткнись! Разорался тут! Может, его разобрать, а? Не трогай! Это можно болиться! Надо на помощь звать! Никого! Уже никого давно нету! Так мы что, отсюда никогда не выберемся, что ли? Я не знаю! Дима, осталась только одна дорога. Вперед! Давайте одеваться. Спасибо, это замечательная новость. Да, мы очень волновались. Скажите, когда можно будет его проведать? Спасибо, вы нас очень порадовали. Да, скажите, а сколько он еще в больнице пробудет? Спасибо еще раз. Так, ну ты все слышала? Вербицкий выздоравливает. Времени у нас в обрез. Твои кретины даже с пацанами разобраться не смогли. Где их теперь искать? Думаю, вот здесь. Смеешься? Под землей? Господи, поверила детским каракулям. А счетную машинку почему не забрали? Парнишка, который отдал мне эти расчеты, сказал, что не нашел арифмометр, но вместе с дочкой Вербицкого они собираются обследовать именно этот подземный ход. Какой там подземный ход? Этот? Вот этот. Так, стоп. А выйти они могут только сюда. Правильно? Угу. Так, нам сюда. С ума сойти можно. Наши предки все в голове считали. Скоро и нам придется. Батарея телефона почти села. Даша, сколько ты насчитала? 315 шагов. Сейчас все это переведу в локти и пойдем дальше. Куда переведешь? Ну куда, во что? В 17 веке была такая мера длины. 5 сажен, локоть, верста. Ничего себе. Все понятно. А как это по-нашему будет? Ну смотри, если Дашкин шаг примерно 45-50 сантиметров, то это получается около 300 локтей. А если использовали сажень? Тогда с помощью абака пересчитаем все в сажни. Я очень долго не мог понять, что с абаком не так. Я его и так, и всякого не мог даже выдать действие 2×24. Потом понял, в чем его фишка, секрет шифрования. Оказывается, он показывает не абстрактные числа, а координаты тоннеля. Стартовая точка — это был наш подводный грот. А потом мы по тоннелям ходили 300 локтей. Слушай, Лобачевский, куда нам дальше идти? Я как бы есть хочу. Да худеть тебе надо. А что вам, балерина, чтобы худеть? Так, теперь мы должны пройти 30 саженей налево. Это примерно 90 шагов. Идем. Хорошая штука. Достань мне такую. Как думаешь, сколько стоит? Откуда я знаю? Это директор распорядился, чтобы все сотрудники оделись соответственно эпохе, чтобы не выделяться. Такая вот изюминка. На кухню даже целого барана притащили. Что-то, я смотрю, на тебя какая-то хламида непонятная.
Что тут рисуешь? Ничего. Так, иди-ка вперед, чтобы я все видел. Ребята, тут какой-то завал. Донжон. Это самое опасное место в мире. Нога. Надо выход искать. Мы с Хомяком там посмотрим. Пошли. Моя нога. Я, кажется, ее сломал. Где болит? Везде. Да потерпи ты. У меня бинт есть. По чертежам Вербицкого тоннель проходит вон там. А мы копаем со стороны костела. Так, костела. Слушай, а что это там за строение у самого озера? Какой-то флигель был. Неплохой флигелек. Надо будет прикупить. Слушай, похоже, в том месте тоннель уходит под воду. Как ты думаешь, а князь мог предусмотреть систему затопления на случай форс-мажора? Вполне возможно. Так, надо будет сказать этому. Соловцу. Да, дурацкая фамилия. Пусть проверит, а то, не дай бог, докопаемся. Ой, тоже флигелек хороший. Как думаешь, сколько стоит? Что ты смотришь? Дай накидку. Не хочу выделяться. Одни стены кругом. Какой-то каменный колодец. Это что, опять ловушка? Не знаю. Надо тебе еще какой-нибудь костыль подыскать. Так что, как выбираться будем? Не знаю, но я прикол вспомнил. Да какой прикол может быть? Вот именно. Сквозь землю провалились. Чу. Вроде голоса ты слышишь. Только как сердце колотится. Надо на карту взглянуть. Думаю, что проход завален. Да пошел ты, черт, с своей картой и завещанием. Ты нас сюда привел, ты! Заткнись, хомяк. Ты что, ногу сломал? Во, придурок! У нас теперь ни телефона, ни интернета. Или у тебя новое правило есть? Успокойся, а? Если мы ничего не придумаем, мы отсюда не выберемся. Да заткнись, балласт! Кто ты что, балласт, а? Тише! Возвращаться надо. С пустыми руками. Найдешь их тут, в подземелье. Дышать нечем. Сколько их хоть было, ты заметил? Не хватало мне еще детей считать. Шустрые черти. Там точно какие-то звуки. Какие звуки? Какие звуки? Слышите? Может, на помощь позвать надо? А если это черные копатели? Возьмут, завалят эту яму, и все, нам хана. Кажись, ушли. Может, зря не позвали. Я знаю, что делать. А мы и забыли. С нами Супермуми. Ничего не выйдет. Надо пирамиду строить. Хомяк, иди сюда. Я на тебя заберусь. Давай подсажу. Давай. Делали обезьяны. Давай.
Я твой должник. Да ладно. Помоги. Веревку давай! Ну ты хомяк, кабан! Тебе бульдозер вызывать! Если б не я, ваши скелеты нашли только через 200 лет! Куда дальше? До ближайшего поворота. А дальше прочитаем координаты. Тихо! Какие-то звуки. Где? Там. Ребят, кажись там. А, больно. Димон, на палку. Спасибо. Горелым пахнет. Видимо, мы здесь не одни. Давайте подойдем, посмотрим. Это же запах барбекю. Аж слюнки текут. Заткнись. Ну. Я как будто год не ел, понимаете? Целый день таскаем на свет. Так, стойте здесь. Пойду посмотрю. Как говорит наш магистр, маскировка – мать конспирации. Ему говорить можно что угодно. Тут пожрать некогда. Скажи спасибо, что я вообще пиво и колбасу на кухню стырил. Хоть пожрем, пока никого нет. Давай. Ну что, там есть выход? Может, выхода не знаю. Там какие-то рыцари. Рыцари, да. Это, наверное, из этой исторической тусовки. Я не знаю, откуда они, но рожа у них мне не нравится. Они там колбасу жарят. Надоело. Сами пусть ползают по этому туннелю. Ты понимаешь, что мы делаем всю грязную работу за них? Каждый день башкой рискуем. За что? За какие-то мифические горы золота. Что, предлагаешь их кинуть? Я предлагаю сделать по-умному. Надо будет сейчас незаметно прокрасться мимо них и двигаться дальше. А куда дальше? Дима, ну ты знаешь? Ноутбук сломан, телефон не работает. Надо подойти и спросить, где тут выход. Ну подумаешь, парни колбасу жарят. Дашка, ты права, иди посмотри. Мы, если что, тебя прикроем. Хомяк. Слабак. Да все вы тут слабаки. Если нам подфартит, у меня есть один план. Тихо. Эй, кто там? Вас подслушивали. Да вы не волнуйтесь, я ничего не подслушивала. Я только хотела спросить, где тут выход. Девочка, откуда ты взялась? Да я тут случайно оказалась. Да ладно, ладно, не бойся. Подойди поближе. Поможешь стащить мне сапоги? Слушай, Ланселот. Кажется, она похожа на дочку Вербицкой. Косоглазой Пипины. Которую вчера на костре зажгли. А-а-а, ведьмина дочка точно. И одета как-то... Моя мама не ведьма. Ведьма-ведьма. А за ее поимку обещали кошель талеров. Даш, беги! Саны! Я не понимаю, что это за рыцари такие. У одного из них, что ли, голос какой-то знакомый был. То, что покрупнее. У меня физиономия была знакомая. Так может, это ваши предки восстали из глубины веков? Ты дурак, что ли? Вот именно. Пошел бы и сам спросил у них. Раз такой умный. Так, ребят, успокойтесь. Ну, если это черные копатели, тогда зачем маскарад этот весь? Да вались отсюда надо! Бежим! Сюда свети! Куда бежать-то? Ну, вперед! Последний раз их видели здесь, тут и вот тут. Если тоннель проходит прямо под замком, то вполне логично, что где-то из подвалов есть выход в подземный лабиринт. Людей отправила? Еще с утра.
Так, помни, дочь Вербицкого мне нужна целая и невредимая. А не боитесь, если все откроется? Вербицкий будет мне благодарен за возвращение дочери, а это хороший бонус. Если вдруг, не дай бог, выяснится, что кто-то здесь вместо реставрации долбит стены в поисках сокровищ. Будет неплохо иметь Вербицкого на своей стороне. Вот такой вот маневр. Слушай, кому бы мне эту штуковину подороже толкнуть, а? Что? Что-что? Покупателя, говорю, найди. Что? Снова здорово. Блин! Мы ходим кругами. Чего ты орешь? Фу! Там крыса! Крысенок, ну подумаешь. Убери ее. Надоело. Я устала от этого грязного темного подземелья. Я хочу домой. Ну и куда ты пойдешь? Куда захочу, туда и пойду. Стой, а как же загадки Радзивиллов? А тайник с сокровищем? Ты сама нас сюда привела. Даш, если бы не ты, мы бы даже сейчас из колодца не выбрались. Ты очень сильная и умная девочка. Многие пацаны даже тебе завидуют. Просто не говорят об этом. Достань воду, пожалуйста. Подержи. Давай. Это, кстати, последняя бутылка. Куда? Налево. Может, направо? А может, и направо. Может, карту глянем? Сюда пошли. У меня уже мозоли от этого маскарада. Надо сравнить карту тоннеля с какими-нибудь ориентирами. Пакет пропал. У меня были расчеты, завещание. Так как же мы теперь отсюда выберемся? Подожди, ты хочешь сказать, что его кто-то украл? А есть другие варианты. Предлагай. Только если кто-то из нас крыса. Хомяк. Эй, вы что, крайнего нашли, что ли? Ты последний в палатке оставался, когда на Дашку напали. Сам потерял, еще на других сваливаешь. Дай посмотрю. Нет там ничего. Хорошо, что я бак заранее перепрятал. Хомяк, покажи-ка свой рюкзак. А ты свой покажи. Ты кому там звонил, а? Что ты симку не достал? А что ты на стенах чертил? Ничего не чертил. Где ты на их вытаскал? И что, чтобы родителям позвонить я должен? У тебя разрешение спрашивать, да? Врет он все. Не верите, на тебя обыскивайте. Ну что, ешь что-нибудь? Что, ничего нету, да? Могу даже раздеться, несложно. Успокойтесь! Мы все здесь в западне. Завещание я помню наизусть. Подожди, Даш. Не покажешь ты нам все свои кармашки? Зачем? А? Художник. Ничего не рисовал, говоришь, да? А мел у тебя откуда? Мел у тебя откуда? Слушай, давай-ка я мобилу проверим. Да, давай мобильник проверим. Давай, показывай. Или Юрка прав насчет крысы, а? Чего, молчишь? Да пошел ты! Ах ты, предатель! Да? Ребята, хватит! Прекратите, не надо! Да веревку давай! Меток нет. Может, мы не туда пошли? Смети под ноги. Здесь все в пыли. Должны остаться следы. Давай, вставай! Ты проголодался. Дай мне его рюкзак. Как вкусно пахнет. Хотите? Ему еда не понадобится. Можем поделить. Я вам все расскажу! Опять наврешь. Нет, честное слово. Мне звонили и угрожали, что расскажут отцу про долг в компьютерном клубе. Вы понимаете? И взамен на это они сказали, что отправят меня на турнир за границу. Кто сказал? Ну, я не знаю, это же было по телефону. Как так лоханулся, а? Я не подумал, точнее, не подумал. Понимаете, у моего отца и так один раз был инфаркт. И так он ходит сам не свой, потом еще на меня деньги все тратит. Ну, чтобы у меня было все, как у всех, ну, понимаете, ну, простите меня. Какой же ты... Развяжи его. Зачем? Пусть катится на все четыре стороны, предатель. Пускай катится, только теперь по этим меткам нас любой дурак натыщит. Да мысль. По его меткам мы сможем выбраться отсюда и сориентироваться. Ну, можно. Забирай. Будешь помогать Димке идти. Я пойду впереди.
Осторожно, здесь спуск. И камней целая куча. Ребят, давайте так. Вы туда, я здесь посмотрю. Окей. Ребята, давайте сюда, быстрее. Что там? Не знаю. Смотрите. Как оно здесь оказалось? Ну, судя по виду, ему не может быть 200 лет. Давайте попробуем войти. Наконец-то. Хоть какая-то цивилизация. Даш, можешь мне ногу посмотреть, пожалуйста? Мне кажется, бинт развязался. Может, здесь и еда есть? Еда вряд ли. А вот свет должен быть. Надо выключатель найти. Ты что наделал? Я нечаянно. Ты куда свои руки кривые суешь? Сейчас хозяева придут, и что мы им скажем? Сам отвечать будешь. Если хозяева придут, бежать придется. А что это такое? Зачем внутри одних предметов прятать какие-то другие? Ребят, да это жулики! Они так свои сокровища прячут. Я по телеку видел. Так. Мы их везде ищем, а они все тут, а? Это мы нечаянно разбили. Нечаянно? Знаете, детки, в чем ваша беда? Суете нос куда не надо. Вон тот здоровый мне рот заклеивал. Да не меня, за ними давай! Кочергина не видели? Вот Буткевич, она знает. Так, вы Анатолий Григорьевич, как вы? Потом, Ирина, потом. Надо срочно организовать поиски детей, не в тоннеле под замком. С чего вы взяли, что там дети? Там не только дети, там еще и черные копатели. Надо торопиться. Ну как мы попадем в тоннель? Я знаю один проход в подвале, под кухней ресторана. Обалдеть, ребята. Приплыли, там тупик. Видимо, мы попали в ложный ход. Ребят, подождите, я пойду посмотрю. Может, поворот пропустили? Ну иди, иди. Нет, не доверяю я ему. Пойду-ка с ним. Давай. Дим, а что, если мы отсюда никогда не выберемся? Нашла тему. А тебе что, ни чуточки не страшно? Конечно, страшно. Хочешь, я тебе одну восточную притчу расскажу? Давай только без страшилок. Короче, один парень влюбился в принцессу. И они хотели уже пожениться, но ее отец Султан, как во всех сказках, был против этого брака. И чтобы избавиться от нежелательного жениха, он придумал для него неразрешимую задачу. В одной из шести комнат он спрятал принцессу, а в других пять посадил тигров. У парня была всего одна возможность, чтобы угадать, где находится принцесса, либо умереть от клыков тигра. И что дальше? Ну, это задача на математическую логику. Обалдеть можно. Да ты можешь хоть о чем-нибудь думать, кроме своей алгебры? Это же надо, как кирпичом в грудь засветил. Больно? На стены светите, должны быть метки этих гаденышей. Так. Хочешь, тебе секрет расскажу? Обожаю секреты. Только ты никому. Короче, все эти правила геймера я сам придумал. И что? Я их все выдумал. Все. До одного. Ты сейчас так глупо выглядишь. Ребят, хватит болтать. Мы с хомяком другой ход нашли. А где? Там. Вот, смотрите. Максимыч, да. Ты со своими двигай в ту сторону, а мы с Ириной пройдем здесь. Толь, подожди, рацию возьми, Ващук дай свою, мало ли что. Будь на связи, мобильный здесь не берет. Так, за мной. Нога. Как-то холодновато здесь.
Да просто вода рядом. Надо проем заложить. Завещание про змею. И головой накрывший хвост, дары укрыла древняя богиня. Змея — это последняя подсказка. Так что, тайник за этой стеной? Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Что скажешь, профессор? Это шифр хранилища. 9 простых чисел. Последняя строка завещания, но у нас его нет. Как же арифмометр? Да что арифмометр без завещания? Я же говорила, что помню его наизусть. У меня память тренированная. Диктуй. Другого выхода нет. Даша! Дарья! Анатолий Григорьевич, а что было? Что было в Дашиной записке? Она написала, что они с ребятами разгадали завещание, отправляются на поиски тайника, чтобы опередить черных копателей. И все? Жаль, что она мне ничего не сказала. Я ведь навещала ее, когда вы были в больнице. Даша! 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 8 чисел. Не хватает одного, должно быть 9. Там еще приписка была. Недремлющее око на страже. А по оригиналу? Non slumbering oculus presidio. Считаем последние 9 букв, переводим в простые числа. Дай банк. Свети. Да, что есть, есть 9 число. Если верить легенде, то у нас будет только одна попытка, правильно? Давай, Димон, я в тебя верю. Черт, она заблокирована. Подожди, тут же эта эмблема с орлом. А где твой медальон, который ты нашел в подвале? Вы в палатке. Ну, исчез, как-то на Дашку напали. Из-за кого-то. Удачливые вы, ребята. Ничего не скажешь. Другие годами ищут, и все впустую. Ну? Ай! По-моему, только этого не хватает. Это мое! Димон! Не трогайте его! Я все папе расскажу, он нас за котлету сделает! Да. Мы его в тюрьму посадим! Тюрьму, что ты каркаешь? Все готово, лучше пароль подсказал. Так, ну, кто нам подскажет, может, ты? А? Да пошел ты! Почему его в школе только учат, а? За грубость тебе. Ну, кто следующий, а? Мы ничего не скажем. Господи, прям герои какие-то, а? А что, самим не интересно узнать, что там за этой стеной, а? Интересно, но вы нас грохнете. Грохните. Боевиков насмотрелся? А за... Ай, какие умные ребятки. Все на стене записали. Одной циферки, правда, не хватает. Ну, кто нам ее подскажет, а? Так, ну-ка, сделай ей больно. Ай! Отпусти! Ну что, стоите, смотрите? Отпусти! Неужели никому не дорогая эта девчонка? Он же сейчас руку сломает! Цифра! Отпусти! Что? Отпусти! А? Ну, что стоите, смотрите? Цифра! Цифра! Ну, цифра! Цифра! Я скажу! Но. Димка, молчи! Ай! Димка, говори. Димка, не надо! Дима, не слушай, говори. 6. Что? Что ты сказал? 6? Предатель! Боже, моя любимая цифра. 6, так?
это Вербицкий. Мы нашли их. Срочно вызывайте МЧС и скорую. Прорыв воды в тоннеле! Дашка! Дашка! Анатолий Григорьевич, я с вами! Дашка! Дашка! Специально неправильный пароль сказал? Ну, конечно. Я знала, что если ввести неверную цифру, то сработает защита. Круто сработало. Даже ни одной сухой нитки. Так выходит, ты наш спаситель? Ну, ты молодец. Да ладно. Только маме не говорите, что я по подземелью шастал. Скажите, что с велика свалился. Окей, скажешь. Ага, так она и поверила. Ну, все живы? Живы, живы. Молодцы, мокрые только совсем. Сейчас вас по домам развезем. На вашей машине ни за что не поедем. Лучше сами доберемся. Сами, сами. Пока, ребят. Димон, давай, мы тебя навестим потом. Ты держись. Верните мой сотовый телефон. Смотри. Один звонок. Я же говорил, что их посадят. Если ваши головы полетят. Да я ничего не делал. Я ничего не делал. Меня заставили. Ну, это вам даром не пройдет. Я буду жаловаться. Максимыч! Кто бы мог подумать, что Кочергин прикрывал черных копателей? Да не только прикрывал. Он был кем-то вроде наводчика. А под видом раскопок они искали княжеские сокровища. Обалдеть можно. Но мы их все-таки опередили, правда? Да, вы молодцы. Частично. Анатолий Григорьевич, идите сюда, надо, чтобы глянули. Сейчас. Дядя Толя, подождите, ее тоже арестовать надо. За что? Она была с ними заодно. Мы все можем доказать. Да, это она. Серьезно, она, реально. Но это еще ничего не доказывает. Вот, смотрите, она мне звонила и шантажировала, чтобы я украл завещание с картами. Вот, смотрите. Мы сейчас все узнаем, Ирина Михайловна. Вот тут ребята утверждают, что вы помогали преступникам. Да я просто хотела помочь, чтобы с ними ничего не случилось. Ну, в общем, я сейчас сам все объясню. Когда Кочергин позвонил Ирине Михайловне и предложил стать сообщницей, она сразу пришла к нам, все рассказала. Вот улик у нас было маловато. В общем, мы попросили ее помочь. Класс. Да у вас тут тайны покруче, чем в замке Радивиллов. Шеф-преступник, помощница тайный агент. А дочка сыщик в юбке. Анатолий Григорьевич, там пожарные нашли какие-то чемоданы. Я сказала, чтобы выносили. Ставьте сюда. Да они прогнили. Что там может быть? Ух ты, тяжелые. Так, ну-ка, что там? Так, что мы имеем? Польские злоты, 36-го года. Там еще несколько таких чемоданов. Ну, кое-что пойдет в экспозицию. А остальное можно выставить на аукцион. Вы хорошо все смотрели? Дальше там только бездонный колодец. Его откачивать бесполезно. Идем. Интересно. Да, походу накрылся наш турнир. Спокойно, ребят. Я попробую поговорить с коллекционерами. Что-нибудь придумаем. Вот снимут мне гипс. Надо будет обязательно прийти сюда искупаться. Да, хорошо было бы. Только вот жалко, что ты уезжаешь. Куда я уезжаю? А тебе Дашка еще ничего не говорила? А посмотри, что у меня есть. Что это? А это приглашение на собеседование в Оксфордский колледж. Так что не придется тебе дворы мести. Не понял. А вот сам почитаешь и все поймешь. Мы поняли только то, что все академики были просто в диком восторге от того, какие ты расчеты проводил на арифмометрии Капсона. Как они там оказались? Ну, мы твой ноут починили, скачали анкету, написали про баг, про приключения, плюс твои формулы, и ты уже в Оксфорде. Мы же это все делали вместе. А ты за нас не парься, ты еще услышишь про Рокетманки. Ну ладно, давай, пока. Ну куда, мы только встретились. Дим, это тот медальон к арифмометру. МЧСовцы нашли его в затопленном подвале. А ты возьми себе на память. И я хотела сказать, ты извини меня за то, что назвала тебя тогда предателем. Выздоравливай. Зал взрывается аплодисментами. Сейчас это могут быть последние минуты матча. Поначалу лидировала команда, чемпион прошлого сезона, Медуза ЕФ. Давай, но потом Рокетманки дали им достойный отбор. Дав щит. Зал ликует. Ребята тащут. Они не дают закончить игру досрочно. Это небывалое напряжение. 4-4. Они не дали им затащить просто так. Медуза F все-таки равняет счет. А Рокетманке еще придется попотеть сегодня. Команда, жмите, давайте! 4-4.
Это если на бакалавра. А если на магистра, то... Мозги не высуши, магистр. Ну, смотри, что у нас есть. Ого! Как у вас это получилось? Все очень просто. Дашкин отец возглавил фонд Возрождения. Теперь он наш инвестор, так что все супер. Ребят, молодцы, что могу сказать. Поздравляю. Круто. Ну, есть немного. Рокетмамки вперед!